16-й день наступил, ребят, и сегодня как раз-таки я продолжаю нагибать на пути новичка. Кое-какой момент сделал, но забыл его записать. Ну как, не забыл, просто я сделал его ранее, но, блин, вот не записал. Но зато сделал скрины, что мне выпало, и, конечно же, определенно расскажу тактику прохождения 60-го поединка и победы как раз-таки Джакса Брикса. Да, я его прошел, 60-й поединок пройден. Сегодня еще будет 2 алмазных набора, 2. И плюс еще откроем наборы экипировки, возможно, выпадет там что-то интересное. А сейчас давайте перейдем именно в самую игру. И первое, что я хотел бы продемонстрировать, то, что я уже на классической башне. Это смертельная, давайте вот так вот нажмем. И это 61-й поединок. Да, да, пройден, вот был только что этот Джакс, и я наконец-таки это сделал. Не думал, что у меня получится, но кое-как вышло. И все благодаря талантам и, конечно же, вам. А мы продолжаем. Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. Как раз таки сейчас до конца месяца действует скидка в 20% на любой товар. Если ты приобретаешь души, то за 1000 рублей, например, то у тебя 200 рублей будет скидка, и ты приобретешь их за 800. Что довольно-таки неплохо. Поэтому считаю, что скидка классная, и закупиться душами перед новым обновлением на 9-летие стоит, так как все-таки... скидочки, будут скидочки на наборы. А это классно, много алмазов повыбивать можно будет. В общем, вот она победа. Видите, вот этот вот Джакс, он валяется просто-напросто. И да, его победил Кенши. Да, его победил Кенши, потому что он один, кто у меня был, остался. И выпал мне Рейн Эденийская кровь. И как это все получилось, вы спросите? Да, достаточно все легко и просто. На деле, ну как легко и просто? Я бы не сказал, что легко и просто. Вот этим вот отрядом я играл, это Джейд МК-11, Скорпион и Кенша. Ну вот такой вот отряд был. И главное здесь это таланты. Да, я прокачал, вот многие мне писали, я, кстати, думал, что метка смерти не работает, но она работает только на... не работает, точнее, только на определенных персонажей. А так, техника метки смерти, она работает. Я повесил технику смерти благодаря как раз-таки Скорпиону Серебряному. И после этого спецприемом вторым Кенши добил как раз-таки этого персонажа, потому что у него оставалось там меньше 50 тысяч. У меня на Кенши спецприем 2 прокачан. Он наносит около 40 тысяч урона, даже больше при критах. И в принципе выносит персонажа без особых проблем, что у меня и получилось сделать. Поэтому тот поединок, который 60-й, был пройден. И наконец-таки мы это сделали. Кто-то там мне писал, что по 3 недели его пройти не смог, но в целом, благодаря некоторым советам, я понял именно тактику прохождения за счет стана серебряным персонажем. Очень хорошо станет Скорпион Джакса, он не может вешать ни увечья, ни истощения, ни там получается исчезайте, в общем, ничего не может. Ты станешь его, добиваешь потиху, а потом за счет метки смерти берешь и выносишь его. Но тут мне еще повезло в том плане, что он не уклонился, потому что он у меня не был оглушен, и если бы вдруг он уклонился... то спецприем 2 не сработал бы, метка смерти не сработала бы, а после того, как он появился бы, он сразу же по мне бы ударил и вынес бы мне этого Кенши, и я бы проиграл. Поэтому тут еще, знаете, такая толика везения была, поэтому все довольно хорошо получилось. Вот прям хорошо, я рад, как все вышло, и в общем-то да. На классической башне я здесь немножко не то чтобы подзастрял, но тут достаточно серьезный отряд из комбат-капов. Я подобрал именно такой, знаете,
Немножко форсированный отряд. Я, кстати, вот эту можно сохранить предустановку. Назвать ее новая предустановка. Например, боссы. Боссы. Да, вот боссы. Буду побеждать этим отрядом боссов. Далее я, наверное, вот такого персонажа и такого поставлю. Хотя нет, стоп, зачем такого, если есть три Борг-сектора? Так вот, такая ситуация. Что мы делаем далее? Далее по талантам. Я прокачаю сейчас. Вот это вот я сохраню. Сохраню предустановку как метка. Метка. О, так, надо удалить таланты 4. И написать метка смерти. Потому что у меня пока не хватает особо очков. Я прям, видите, по минимуму все прокачивал, чтобы технику метки смерти на мастера прокачать. Потому что стойка всадника у меня вкачана, и стойка сокола даже на единичку. И здесь мы выберем как раз-таки мою основу. А основа моя, скажем так, славится тем, что она очень-очень быстрая, отнимает здоровье за счет огня, конечно же. И поэтому, в принципе, попробовать стоит. Стоит попробовать, стоит затащить. Я думаю, все получится, если отыграть все правильно. Так, ну и давайте попробуем. Сюда я, конечно же, поставлю данную экипировку и поставлю, конечно же, сюрик. Сюрик — это важно. Здесь ничего ставить не буду. Ну, в принципе, молодневу можно так чисто по приколу заюзать. А так вот такой вот отряд будет. У Джейд там прям по максам все стоит. Экипировочка четкая, крутая. Должен тащить. Должна, точнее. Поэтому посмотрим прямо сейчас. Ну и что ж, погнали. Бой довольно серьезный. Я его хоть с первого раза не прошел. Тут достаточно серьезный Кейнши. Джонни Кейдж истощает просто. Прям истощает. Блок особо не пробивается. Ну вот, видите, здесь не пробился блок. Он мне по щам нанес все истощение. И я даже его законтрить не смог. Но это прям печалька. Это прям печальная ситуация. Далее мы его пробиваем. Так, хорошо. Если мне сейчас отменят персонажа, ну, Соня, например, выскочит, то, в принципе, не проблема. Потом в конце появится, и все будет замечательно. Прям будет все очень четко. Далее пробиваем персонажа. Ну, блин, вот видите, пробития блока как такового нет почему-то. Ну, опять же, здесь... Может, опять же, еще это Кэсси добавляет говна на вентилятор. Ну, тут как получается, конечно. Но вообще, всякое возможно. Кстати, ребят, у меня на канале там вложик вышел. На моем влоговом канале. Может, кто-то не подписан, я ссылку в описании оставлю. Возможно, кому-то интересно будет жизнь. И как раз-таки вы посмотрите. И, возможно, кто-то кайфанет от этого. Кто знает. Вот, поэтому оставлю ссылку. И на телеграм-канал оставлю ссылку. Это важно, это все важно. Кстати, заметили, как они быстро силу прям накапливают? Они прям быстро ее, очень быстро накапливают. Так, здесь я буду спецприемы первые юзать. Чисто за счет того, что он отнимать будет урон. Прям очень много урона. Надо два огня повесить, чтобы наверняка... А, он один вешает. В такой достаточно жесткой ситуации он вешает только лишь один огонь. Блин, она щит же врубает, точно. Ну ладно, надо подождать, пока он исчезнет. Хотя хер там плавал. Ладно, давайте я сейчас привязку попробую заюзать. Ну, сложный бой, блин. У меня одна попытка всего лишь. Не то, чтобы его пройти невозможно там. Попытка раз, попытка два, и пройдешь этот бой определенно. Но то, что он достаточно сложный такой по динамике, это правда. Вот видите, вот раз... аутсайдером я стал. Ну ладно, я его прошел. Но в любом случае он достаточно сложный. Тут на везение все работает, потому что быстрое накопление силы, плюс параллельно, короче, они еще и встречают, перебивают, а я все закрыл. Вот, и получается такая не самая лучшая ситуация, на мой взгляд. Так, и еще 4800 монет мне падает, что неплохо. Очень даже неплохо. Так, что делаем прямо сейчас? Наверное, наборы пооткрываю как раз-таки с... отбора, давайте отбора заберу. Но тут вроде, блин, по монетам я не особо попаду, вроде как, да. Да, 4000 только. Ну, ладно, откроем 4 набора снаряги. Завтра уже тогда дооткрываю, плюс испуг допройду, потому что у меня тут вот на ядовитую Диору еще испытание не пройдено. Плюс параллельно надо душ забрать еще, почему бы и нет. Я вообще надеялся сегодня 3 набора открыть, но не вышло, как видите. Все-таки уже конец дня, надо записать видос, поэтому 2 набора сегодня будет алмазных. Но если мне сегодня алмазка не выпадет, это будет печально. Вот серьезно, это будет печально. Это будет вот прям чересчур печально. Поэтому давайте попробуем.
попробуем выбить алмазную карту. Я не знаю, получится либо нет, но попробовать стоит. Определенно, определенно сегодня должна быть алмазка. Это два набора. Это будет прям супер-мега крутых два набора, поэтому будем смотреть. Будем смотреть, надеяться и верить. Так, вот такая вот ситуация. Давайте перейдем сейчас в магазин. Для начала серебряные наборы. Вот серебряные наборы, они чем интересны? Тем, что может выпасть блокбрейкеры. И как можно больше их. Хочу, чтобы их было много. Чтобы они прям их были. Чтобы можно было ими брать и обмазываться. Это было бы шикарно просто. Поэтому будем сейчас верить. Надеяться на лучшее. То, что выпадет то сейчас какая-нибудь крутая, супер-мега-клевая карта. Нет, говно. Далее выпадет классная карта. Нет, и еще одна классная карта. Хотя до 10-го слияния прокачивается. Ну, бонус к стойкости. Это серьезная игра. Мне даже молот гнева здесь не нужен. Все равно он пока до 10-го слияния не прокачается. От него толку практически никакого. Поэтому не вижу в этом смысла. Вообще никакого. Топор палача падает. Вот это другое дело. Другое дело, конечно же. Нет. Редких вообще не падает. Вот я уже какой, получается, вчера 5 наборов открыл. Это еще один набор. И мне не выпадает ни одной редкой. Но вчера эпик выпал, снова молот гнева. Ребят, молоты гнева падают чаще, нежели чем редкие. Ни одной редкой, но зато молоты гнева прям сыпет. Я его, наверное, быстрее прокачаю до 10-го слияния, чем какую-нибудь редкую карту из этих наборов. Шансы 2%, они всегда работают на ура. Мне кажется, в этих наборах закончились просто-напросто редкие карты, поэтому они мне не падают. Ну, я 6 тысяч получаю. Снова выпал эпик. Но в чем прикол? Я не понимаю, просто не понимаю. Но это жестко. Будешь открывать набор? Давай. Короче, сейчас Катя выбивает мне алмазную карту, плюс параллельно, естественно, вот мои руки. Но если она не выбьет алмазку, то, ну, сами понимаете, ну, все, больше не будет открывать. Ну, естественно. Вот, поэтому смотрим. И прямо сейчас мне падает барабанная дробь. Ну вот можешь же, когда хочешь. Вот может же, когда хочет. Получается, какая ситуация? Я читал комментарии, мне писали: толку от твоих наборов за 400 душ. Ну выбиваешь ты эти алмазные карты. Ну смысл от них? Нужно выбивать золото. Зачем выбивать золото в начале игры, если тебе сыпят алмазки? Ну, конечно, не каждый раз. Но при этом уже еще одна алмазная карта есть. Но знаете, когда хочет, она выбивает. А когда не хочет, она не выбивает. А вчера она не хотела выбивать. Она заранее такая: я не буду тебя выбивать. Она заранее перед роликом мне сказала: алмазку я выбью золото. Мне откроешь? Да, сейчас я еще один набор, только сам сейчас открою. А, ну все, ну там говно выпадет. Нет, у меня магическая рука, я выбиваю всегда алмазные карты. Я поэтому сейчас и задумал вот эту вот ситуацию, когда ты, получается, открываешь алмазку, тебе она выпадает, и второй раз она тебе выпадает, потому что, ну, обязана, просто обязана. И это у нас Таня-предательница. При любом успешном спецприеме Таня отключает карту снаряжения соперника. Истощение силы меньше сказывается на союзниках Тани. Конченая Таня. Возможно, меня смотрит сейчас какая-нибудь Таня, и она такая: блять, за что? Ну, блин, в общем-то, проблема вся в том, что, как бы, такого рода персонажи особо не нужны, а алмазки нужны всегда, всегда. Плюс, здесь по пассивке очень хороший персонаж, вот этот вот волк, он прям, ну, отчасти он четкий, ночной волк. Здесь получается по пассивке увеличение урона, заряда силы, максимального здоровья. Ты выбираешь, что тебе больше нужно. Плюс союзники из МК-1 получают бонусы в зависимости от того, какого духа зверя призывал ночной волк. Если мы вот так вот сделаем, то тут 30, 40 и 20% соответственно. Неплохо. Может быть, где-то даже потребуется. Вообще, сейчас я гляну еще. Тут огонь есть, заряда силы, увеличение урона. Ну, увеличение урона есть. Бонус к максимальному здоровью тоже есть. Но нужно будет посмотреть, постаковать его с другими персонажами и потом понять, надо оно мне, не надо оно мне. В общем-то, надо глянуть. Надо будет глянуть. Но чуть позже. Сейчас я еще отыграю один поединок, потом Кате откроем набор, потому что надо отыграть еще один поединок, чтобы понять, насколько они классные.
и классны ли вообще эти вот персонажи. Но без пока что Ночного Волка. Ночного Волка надо хотя бы немного вкачать. Я тут вовсю стараюсь Скорпиона прокачивать, а тут еще и Ночной Волк выпал. Ну, имба-имба прям. Смотрите, по 3 кеса отнимает. Ну, 2800. Но это неплохо, потому что персонаж Ночной Волк, он прокачанный. Он там тут прям яро прокачанный. И добиваем одного. Он мне вешает то, от чего я хилюсь. Поэтому замечательно. Спасибо большое за хилю. Так, супер, по 14к уже наношу. Плюс еще дополнительный урон. Отлично. Ну и добиваем Ночного Волка. Ну тут он блочится, но бесполезно. Ой, у меня еще и пробитие блока сработало. Идеально просто. Просто идеально. Так, не, вообще все хорошо достаточно идет, если честно, я прям рад, я заинтригован. Единственная проблема здесь во всем этом, то что здесь штука такая, вот прям такая, что, блин, я не успею даже до сотого поединка дойти, вот если бы мне хотелось, не успею, тут всего-то 5 дней остается. 5 дней это в идеале 25 попыток, а у меня только 62, у меня максимум если душ тратить, но вообще никакого желания нет это делать. Вообще, я лучше наборов пооткрываю, там с шансом каким-нибудь повыбиваю, нежели чем буду страдать. А тут обязательно ты это будешь делать. Поэтому сейчас посмотрим, что здесь получится. Ну, здесь, конечно, получится тоже все на ура. Ну, меня тоже подожгли, соответственно. Но я-то хилюсь. Поэтому мне этот поджог все равно на него. Ну, есть и есть. Как говорится, что бубнеть-то? Ну, есть поджог, есть поджог. Так, хорош. Так. И далее добивающий. А, хорош. О, отлично. Надо все-таки пассивку будет прокачать, чтобы она почаще так могла тормозить персонажа, а то... За редким исключением это делает. Хорош, отлично. Еще немного урона. Блин, побольше бы критов. Побольше бы критов, это было бы четко. Это было бы прям дико четко. Но пока вот такая вот ситуация. Так, 18, 15, 12. Нет, он хочет меня перебить. Он меня перебил. Нет. Давай, тапай. А, все, отлично. Отлетел блок, хорош. Так. Контратакуем и спецприем второй. Вот все, наверное, кричали. Используй спецприем второй, почему ты его не юзаешь? Заюзал. Только что заюзал. Все. С меня списали вот эти вот проблемы, которые были, когда я не юзал спецприем второй. Все, я его использовал. Так, поджигаем персонажа. Сразу же я ему увечья вешаю, потому что, ну, надо это сделать. Все, поджог есть, увечья есть. И далее бум-бум, двойной огонь вешаем. И все. К персонажу пришла хана. Получай. Готово. Прошли данный поединок. И сейчас будет последний, а потом уже открываем еще один набор. Вот последний поединок, потому что у меня последняя попытка остается. А мне нравится играть с этим отрядом. Кстати, может кто-то задается вопросом, зачем здесь нужен вообще Триборг? Для чего ты его поставил? Зачем? Зачем он тебе? Он усиление дает к длительному урону. Я уже об этом говорил в одном из видосов. Так, ладно, душу потратим. В одном из видосов я об этом говорил. 30% больше урона огнем. Так, все бойцы в вашем отряде. Поэтому, когда получается... Стоп, огнем именно урон? Так, стоп, еще раз прочту. Или когда... горит персонаж. Так, сейчас. Кроме того, все бойцы в вашем отряде наносят на 30% больше урона огнем. Вот, видите, в принципе, Скорпиончик тут прям, он мега-тащер. Если так задуматься. Он прям мега-тащер. Имба, просто имба. Поэтому давайте смотреть, что будет здесь. Враги воскрешаются, это уже минус, потому что здоровье у них будет в разы больше. Ну, а метку смерти я здесь не качал. Надо было бы прокачать, наверное. Но зачем? Зачем стараться? Зачем это делать? Вот привязочка заюзана, и ладно. Ну, а тут он вообще в блок ушел. Ну и ладно. Ну, бывает. 49 тысяч. Сейчас посмотрим вообще. Ну, как-то криты не особо пролетают по скорпу. Так. Давай, пробивай ты ему блок. Отлично. Вот кто-кто, мне кажется, поглощает криты. А кто-кто, а вот Джейд, она должна в любой ситуации с такими вот количеством ударов пробивать блоки. Ну, это... Это просто база должна была быть. Просто база. Ну, неожиданно прям. Неожиданно то, что смена персонажа произошла. Я прям не ожидал такого исхода. Это прям дичь какая-то. Это просто дичь. Так, 40 тысяч. Ай, блин, контратаковала все-таки. Мгась. Блин, в блок становится на постоянке. Наконец-таки сработало пробитие.
Ну вот снова в блоке. Что ж она так блоки эти любит? Ну и да, легла, и сейчас замена будет. Здесь на постоянке замена. Хоп, все, ушел персонаж. Так, далее мы выбираем данного перса и такие бах-бах-бах-бах. И все, просто поджигаем его и побеждаем. Наверное, либо нет. Ну, мне не страшно, чтобы я слил вот именно этим персом, потому что все-таки один хрен мы сейчас этого грудничка истощим. Отлично, все, добиваем его, добиваем, да? Да, добиваем, все супер-супер. Теперь мы можем вот здесь вот замену сделать. Хорош. И теперь надо по-быстрому отнимать здоровье у данной особы, потому что она же еще и восстановиться должна. Она-то еще не восстанавливалась. И сейчас, скорее всего, она тоже заменится. И меня в аутсайдера отправят. Но мне не страшно. Мне не страшно. Бам-бам-бам, готово. Я в аутсайдерах, я делаю замену, я поджигаю персонажа, я наношу спецприем. Далее она теряет свой спецприем, я наношу еще один, потому что тут по-другому никак, к сожалению. И добиваем дальше. Все, супер, минус персонаж. Слив. Готово, готово. Добивающий, отлично. Минус перс. Здесь мы делаем замену. Ух ты ж, блин. Ух ты ж, блин. Вот этого не ожидал, конечно. Так, пробитие будет? О, да, отлично, все, пробил блок, победил. Блин, сложный бой достаточно, кстати. Довольно-таки сложный. Но, в принципе, прошли. Это самое важное, это самое главное. Это самое-самое. Все остальное не важно. 2800 монет. До сих пор жду бруталку на Скорпа, чтобы поставить бруталочку на Скорпионы и всех боссов бы разносил просто на ура. Вот просто на ура. Но тут, видите, вот такая вот ситуация. Так, ну а теперь открываем еще один набор. Ну что ж, 517 душ. 517 душ. Испытание не тронуто. Режим заданий не тронут. Ни классическая башня, ни смертельная не пройдена. Крипта не тронута. В войнах фракций ничего не набито. Ладно, 83 тысячи набито. Реклама не просмотрена. Чем занимается? Не знаю. Непонятно. Ладно, открываем набор. Давайте посмотрим, что выпадет. Ну да, конечно. Сейчас все это в шоке просто потому, что то меня смотрит только гений игры Mortal Kombat Mobile, поэтому они такие смотрят, они... Бля, как так играть можно? Вот. Понимаете, ребят, вот кто-то учится в школе, кто-то в университете, кто-то просто бездельничает, например, как я. А эти работники государственных учреждений, они всегда такие, ведь времени нет, играть нет времени. Я учусь еще. Вот, и, ну, а еще и учиться. Ну, короче, тем более. Меняет, скажем так, свою молодость на эту вот работу, на этот универ. Лучше бы в Мартуху играть и донатить в нее. Все. Это слова Эда Буна и Мика Пака. Да, вот такая вот ситуация. Ну что ж, открываем набор. У меня волшебные руки. Они выбивают на других аккаунтах только алмазки. И... Что? Кракен Рептилия. Что? Получи. Посмотри, какой красивый персонаж. Ну посмотри, если рептилия пропускает удар, происходят брызги. И они могут нанести противнику неотвратимый урон. Я сейчас тебе нанесу урон. Дай мне телефон. Да блин, прикол в том, что когда этот персонаж пропускает удар, он отписывает персонажа и у него отнимается здоровье. Я тебе отвечаю. Там просто-напросто у него сразу же жетончик такой появляется и отнимается все. Он даже воняет. Ну, типа, у него дымок зеленый появляется. Короче, вот такая вот ситуация. В принципе, неплохой персонаж. Но не алмазка. Не алмазка. Ладно, ребят, я уже не буду на свой аккаунт тогда возвращаться, потому что, ну, в принципе, все, что я хотел, я рассказал. Именно вот на 16-й день, плюс одна алмазная карта, плюс пройденные 60-е боссы, ну, смертельно. Жаль, наверное, если я даже напишу об этом, то, что я их прошел, ну, мало кому это интересно. Вот всем интересна алмазка будет, а там, ну, прошел он этими грудничками, там, 60-й смертельный. Мы-то его на изи разнесли, что там смотреть-то? Вот. А, ну, я его не продемонстрировал, но зато рассказал тактику, что тоже немаловажно. Вот, поэтому на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ждите завтрашнего ролика, он обязательно будет. Все. Подписывайтесь на канал, Telegram, на мой влоговый канал, на все подписывайтесь. Подписывайтесь, это важно. А еще лайки ставьте.